Россия оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для обеспечения своей национальной безопасности, заявили в МИД в ответ на официальную ноту о приостановке соблюдения США договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Вашингтон встал на путь окончательного слома этого соглашения и нанес сокрушительный удар по всей системе контроля над вооружениями. Москва оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для обеспечения своей национальной безопасности в свете приостановки Вашингтоном соблюдения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, мы, разумеется, будем вынуждены предпринять все необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности. Россия оставляет за собой право действовать зеркально в том, что касается разработки, производства и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, сообщили в МИД. В распространенном заявлении отмечается, что в субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем договоре РСМД от 1987 года и начале процедуры выхода из него. При этом американская сторона объявила, что более не считает себя связанной обязательствами по данному документу, то есть может открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений. Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что Вашингтон, к которому у Москвы и без того накопилось много вопросов о соблюдении ДРСМД, встал на путь его окончательного слома и тем самым нанес очередной сокрушительный удар по всей кропотливо создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. При этом в ведомстве отметили, что в России сделали максимум возможного для спасения ДРСМД, проявляя добрую волю, пошли на беспрецедентные меры транспарентности, выходящие за рамки требований данного соглашения. Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы со стороны США, давно взявших курс на разрушение ДРСМД, чтобы избавиться от ограничений по наращиванию своего ракетного потенциала, заявили в МИД. В заключение во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Москва готова к содержательному диалогу по вопросам поддержания стратегической стабильности в том случае, если в Вашингтоне все же пересмотрят свою деструктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НЕР, и НЕОКР, и опытно-конструкторскими работами,
и мы будем делать то же самое, сказал российский лидер. При этом Шойгу заявил, что Минобороны сможет выделить средства на разработку ракет в рамках уже действующего ГАИС-заказа на 2019 год. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия не будет размещать ракеты средней или меньшей дальности ни в одном из регионов мира, пока это не начнут делать США. По его словам, поспешная попытка Соединенных Штатов затормозить процесс показывает, что они не ожидали такой реакции от России, ответ которой оказался, по сути, асимметричным. Это вызвало реакцию, близкую к панике, продолжает политолог. Я думаю, что желание Соединенных Штатов замедлить происходящее очевидно, но оно не сработает, поскольку ситуация не может быть подвешена еще раз, предположил Асафов. К американцам приходит осознание, и, возможно, через какое-то время мы увидим коррекцию их позиции.